Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ки. Мы сегодня снова сели на проекте Amazing Holy Play. Сегодня будет интересное видео, потому что я через долгое время буду крутить рулетку на 700 рублей. Поэтому, пацаны, смотрите видео от начала до конца. Вы посмотрите, что мне выпало, и потом посмотрите, как я забирал призы. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также можете вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Ким. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazing Holy Play. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Бля, я не знаю, выйдет ли этот видос, но я решил покрутить рулетку на 600 кредитов. Как бы сейчас их 2 доната Amazing, я закинул 3 соточки. И надеюсь, то, что мне что-то выпадет, потому что Матвей крутил, ему выпала аудиосистема. Моя цель — это третий чип на Magnum, я хочу его сильно выбить. И надеюсь, то, что у меня что-нибудь получится. Все, начинаем крутить. Как же я давно это не делал, пацаны. Очень давно это не делал. Там даже BMW M8 есть, оказывается, да? Это же BMW M8. Я думал, ее рулетки нету. Ладно, крутим еще раз. У нас будет, получается, сколько попыток? 12 попыток будет выбить что-то нормальное. И надеюсь, у нас что-то получится. Хотя бы хоть что-то нормальное выбить получится. Ну, конечно же, почему не Magnum? Вот надо было выпасть именно минус 6 розыска. Зачем мне Magnum? Зачем мне аудиосистема? Зачем мне чип? Вот минус 6 розыска — это прям охуенный приз, блядь, просто лучший. Просто лучший приз, который мог выпасть, да? Ну, будем надеяться на лучший, конечно. Но я что-то вообще не верю, что это выпадет. Логан выпал, ну, понимаю. Логан — это, конечно, лучший подарок, который мне мог выпасть. Это прям пиздец, да? Ну, хотя бы что-то нормально. Хотя бы машину там, не знаю, какую-то. Ну, конечно, блядь, ну хотя бы джип Ранчероки бы выпал, я не знаю. То выпадает всякое говно просто. Мне вообще ничего нормального не выпало до сих пор. Вообще, ну Логан выпал и все. Логан-то ни о чем просто. О, блядь, я думал, лям хотя бы будет. В итоге пососи называется. Ну, вообще, нихуя просто. Ну, сами, в принципе, видите, то, что нихера не выпадает вообще. Абсолютно ничего. Как бы я ни старался, блин, нихера не выпадает просто. Еще у нас две попытки будет. Но я так думаю, ничего не выпадет. Я так думаю, ничего не выпадет вообще. Последняя попытка. И нам ни хера не выпадет. Я так думаю. Ну реально, блядь, пиздец. 700 рублей тупо в никуда. Хорошо, что хотя бы это X2. Маска, блядь. Это, сука, пиздец. Понимаете просто? Ни хера не выпало вообще. Но в итоге вот что мне выпало, короче. Ну, бля, не густо, если честно. Вот, от 10-го розыска это все, что мне выпало. А, не, есть еще здесь дальше, да? Маска анонимуса, блядь. Рецепт и пистолет. Ну, я ожидал не этого, пацаны. Я думал, выпадет что-то нормальное. Ну, давайте заберем деньги. Так, у меня сейчас лям 100, грубо говоря. Давайте позабираем. И посмотрим вообще, сколько получится. Я потратил 700 рублей. 700 рублей, если перевести в верты, это будет где-то лям почти будет. Потому что 1 рубль это 1500 рублей. Сейчас, короче, посмотрим, сколько у нас бабок выйдет. Сейчас еще поедем Логан продать. Блять, ну это пиздец, пацаны. Я ожидал большего, серьезно. Я ожидал большего, но получилась херня. Блять, крупная наличность, блять. Это по-вашему крупная наличность? 87 тысяч. Хотя бы уже по ляму давали, блять. Что это за хуйня просто? Так, комплект лицензии — это полезная тема, ее трогать не будем. То законопослушности, у меня она тоже есть. Рецепты пистолетов, которые не работают. Давайте их используем, потому что от них толку нету. В принципе, випка на 14 дней, вот это да. Вот это полезная тема, потому что я и так собирался випку покупать, потому что у меня один день остался. Поэтому випка, да, это полезная тема, не спорю. Но так, ну розыск, да, в принципе, тоже нормально. Ну вот эти скины вообще, ну... Ни в пизду, ни в красную армию просто. Вот так вот, все, пиздец, вот так вот буду бегать, блядь. Въебали просто, это хуйня, блядь. Ну херня это, пацаны, ну херня просто. Вот эти аксессуары вообще херня. А, так, Логан. Логан, так, можно випку, в принципе, сразу забрать. Так, и можно, в принципе, Логан забрать. Все, заебись. Так, теперь берем, выбираем Логан. И везем его на шахту, потому что, ну, продать его вообще нереально. Кому-либо. Так, Карпас, 99, смотрим, госка 200 тысяч, нихера нету, хорошо, поехали на шахту, ее продадим. Ну, в итоге, сколько я отбил? 1650 где-то я заработал с рулетки, но это мало, это очень мало просто.
Да, возможно, еще можно скины продать, в принципе, вот эту маску продать, анонимуса, блядь. И будет там 700 тысяч, может даже 800. Но в целом, блядь, я рассчитывал не на это. Я рассчитывал хотя бы на какую-то машину более-менее нормальную. Не вот эту машину. Я извиняюсь за свой голос, пацаны, у меня что-то с утра насморк. Поэтому я немножко в нос разговариваю. Хотя даже не немножко. Поэтому я извиняюсь за свой голос. Не, ну согласитесь, блядь, ну... На 700 рублей могло бы выпасть что-то поинтересней. Ну реально. Это хорошо, что X2 как бы было. А прикиньте, так 600 закинуть реально. У меня просто 120 было еще давно. Но блин, я реально ожидал хотя бы что-то выбить. Матвей выбил аудио, я думал, ебать, нихуя себе. Может мне тоже что-то выпадет интересное. А хуя там, блять. Нихера просто не выпало. Реально, нихера не выпало просто. Поэтому я надеюсь то, что... Вам понравилось это видео хотя бы, что я не зря потратил деньги, время. Если вам понравилось, то поставьте лайк, потому что видео с Леткой давно не было на моем канале, просто очень давно. Ну, в принципе, ладно, нормально. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.